Такого чуда не видал. Голубка сегодня снесла яйцо, села, а голубь бьется к зеркалу, подошел, разорвал газетку и сам на себя смотрит и любуется. Нарцисс какой. Там зеркало. И он бьется с собой. Он ревнует, думает, что там кто-то есть, голубь. Воркует и дерется, да прыгает на зеркало. Интересно. Там никого нету. Это зеркало. Ну, что ты такой? Кто-то там у тебя соперник. К твоей жене пришел. Успокойся. У тебя жена верная. Колечко я ему сделал, сшил на ногу. Вот сейчас сидит он рядом. Но от меня он на расстоянии 60 сантиметров примерно находится. На процессоре сидит. Процессор вот он перед ним. А он туда глядит. Ну-ка дальше. Вон оно, зеркало, видать, он отображается. И туда лезет. Да, тут оно где-то вертикально стало. А тут вон оно что. Ага, я сам себя вижу. А он-то никогда не видел сам себя. И бьется туда, прямо бьется и воркует. Видно, что злится. Ну, может быть, тоже какую-нибудь там ругательную фразу говорит. Так, сейчас я покажу, что у меня здесь есть. Вот он маленький. Я его выпустил. Это маленький такой, уже большой. Вот. Ну, большой, он сидит, еще ничего не может. Вот он сидит. Я рядом сел с ним. На расстоянии вытянутой руки. Ну, давай, давай, давай. Любит, чтобы его за нос, как будто это родитель. Но, ну, давай, давай. Ой, какой хорошенький. Да маленький, да дикарек, дикарек. За ним сейчас убираю. Насыпал семечки, чтобы отец придет так, за семечками. И, может, его покормит. А она там сидит, я ее не открываю пока. Открыл, она не вылазит. А он рвется к ней. А она вот она сидит. Вот она где. И под ней яйцо. И трогать ее никак нельзя. Это другое. Он сидит там, он малышок, в гнезде. А она здесь. Вот, сейчас я его туда поставлю. Ну-ка, Володя, позвони, на. А. Вот это... На нее позвони, посвети, говорю, позвони. Вон она в углу сидит. Я хочу чуть-чуть и маленько приподнять его, чтобы яйцо показалось. Это не очень хорошо будет, но все равно. Ну-ка покажи, где у тебя яйцо. Ой. Ну-ка. Вон туда на нее. На нее там видно яйцо под ней. Вон она, яйцо показалось. Все, 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 все. А то она его раздавит. Теперь я что делаю? Этот, куда он делся-то? У вас под ногами. Под ногами? Ну-ка, я его возьму. Мне надо его посадить туда. Все. Теперь свети туда, я его посажу куда. Вон она где. Видно, нет? Вон он где. Так, провожу теперь. Он сидит теперь у себя. Ну, между ними расстояние какое? Раз, два, три, полметра. Полметра-то даже нету. Где-то она здесь сидит. Маленький. И главное, топчет. Видно, что к третьему выводку уже готовится. Ну, а он наверху. Вон он сидит. Вон он наверху. Сейчас выключи. Так, уйдем сюда. Сейчас он пойдет домой. Я открыл. Уходи оттуда. Все. Сейчас, сразу, как только он полетит домой, так палю, выпущу. Это утро сегодня, у нас 5 марта, рано. А, он не видит, чтобы я ему что-то дал. Ой, такие взяточники, обязательно нужно семечками берут с меня налог. Положу сейчас семечки вот здесь на входе в семечки. Теперь он слетит туда. И тогда я закрою решетку, а палю выпущу. Ну, вылазь. Гуля, 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 гуля. Она так и не вылезла на двор. Им утром надо опростаться. Как они выходят, у них помет такой сгусток идет, как будто курица большая сходила. Но его не видать. Он там засел, вон она, головенка торчит одна.
Ну иди, иди домой. Иди, мне некогда тут смотреть. Вот Володя щепарничает. Щепарничает, то есть гремит посудой, готовит. Сейчас я буду морковку тереть. Володя ее вот довел до нужной кондиции. Вот еще морковочку готовит. У нас много ее. Утром иду, сейчас буду и капусты. Вот, и здесь все. Мусор надо вытащить. На улицу сейчас бегаю, принесу, отнесу. Такая утром жизнь. Посмотрели, запись сделали, события дня. На 56 минут получилось. Многовато. Два ролика. Сама система вот видео рвет. А тот сидит наверху. Мне нельзя подойти к нему. Он сразу улетит дальше. Наблюдаю только за дикими. Породистые в комнате держать то ли не могут выдержать. Что-то она его давит, давит, нога кривая. Не стал рисковать. А в этом все как нормально. Они природные. Сильные. Сидит, вот ждать приходится. Вот она. Это я здесь спрятался около ширмы и от кухни. До этого он залетал, обратно летел, а сейчас сидит, ждет. Вот голуби взяты в пример. Некоторые, да как это голубей можно колоть, это Дух Святой, да ну, какой же, да Господь говорит, я Агнец, ну что Агнец, так теперь и овечек не будут колоть, что ли? Ну откуда эти каракули, шапки да у всех? Это ягненка маленького забивает, там кучерявые волосы, это шерсть. Вот сидит, сидит и ничего не сделаешь. Это третий этаж, Володя, застелили бумагой. Придавили брусками, и он теперь никак. Вот видно, что глядит уже, вылез маленько поближе. Надо увидеть, как он сейчас будет залетать к себе. Туда. Никак не идет. Гуля, 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 гуля. Он слушает. Гуля, 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 гуля. То есть побудить его голосом. Гуля, 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 гуля. Все. Готовится старт сейчас будет. Гуля, 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 гуля. Вот так. Все. Теперь он залез. Залез уже. Все. Теперь я должен его туда спугнуть, чтобы закрыть. Ну-ка на место. На место, на место, на место. Вот он рядом сидит. Пошел туда, вниз прыгнуть. Все, слетел. Придется сейчас фонарик взять, показать, что он там делает. Я от них на сегодня убрал помет. Все, куда он слетел, куда пойдет. А никуда, вот он сел, тут внизу его видать. Вот она, голова его. Она сидит вот на гнезде. Вот она. Голубка. А вон там дальше сидит голубенок. Это не видать его. Вот он сидит. Все. Запираю сейчас. И выпускать надо Палю. Палю сидит в подполе за это время. Несовместимость. Так, открывай потихонечку. Володя подошел. Сейчас подожди-ка. Подожди, я сейчас тебя покажу. Давай. Паля, где Паля? Паля. Тогда надо постучать палочкой. Так, голову убери, чтобы тень твоя не падала. Сейчас вылетит. Она холодная такая вылезет. Вот она. Паля здоровенькая. Ах, хвост у ней какой красивый. Любимица наша. Осталось сегодня последний укол сделать. Да когда будем? Сейчас сделаем? Ну да. А? Да, надо. Ну давай. Мы двое, нам тут неудобно. Вот сейчас я покажу ей этот материю, так как она метнется, заворачиваем-то ее в покрывало, чтобы ногами-то она не пакостила. Так, все там убери, чтобы тебе не мешало. Скорее лови. Сейчас уйдет она уже догадывается.
как разговор будто понимает. Спрячется и никак нельзя найти. А ей надо укол, процедура сегодня. Не наступи на хвост. Хвост у них, как у лисы, шикарный. Кошек выйдет, голая там, чтобы не было. Бери. Ты вытаскивай лекарство свое. Давай сюда. Вчера спрашивают меня, что где Паля, как она. Вот сейчас она как-то касадимся есть. Она сразу раз на полочку рядом вот, а я на стуле на этом сижу. И она лапой по столу поверху бьет. Вот. Ну что, дай рыбу ей. Ну сейчас вот мы постараемся. Это последний раз, все. Назначенная процедура оканчивается. Сама больная Настя Дробот, Настасья Валерьевна. И вот она приходила с Синапой, с дочерью, мы это показывали. Вот она. Все, у нее уже голова боком не идет. Полностью выправилась. Но... Надо взять фонарик, я сейчас подойду. У меня фонарик хороший. Подарил кто-то. Вот она где пошла. Ну иди, иди сюда. Иди скорее. Сейчас она подойдет. Давай. Вот она, Паля идет. Паля идет. Там у меня банка стоит, мешает ей. Все. Начинает прятаться. Ты смотри, что делает. Она в подпол уйдет сейчас. Потихоньку. До того, хитрая. Ты пока вещи там сложи. Я сейчас приду, там надену этот колпак на клавиатуру. Она еще... Не берем это пока. Так. Убери-ка шприцы, там все остальное. Что еще кладите? Ну, вот, клади на это. Все. Сейчас я, смотри. Вот, вон туда, как только материю-то. Так, это... Ну, ладно, давай. Она, гляди, сейчас побежит. Ты сядь, поймать ее, дай сюда. А на нее гляди теперь, она побежит. Теперь я беру материю, она увидала. Теперь я кладу материю, вот заворачивать надо. Вот. Она понимает, что это ей... Ну, вон она, пошла. Лови скорее. Ох, и хитрюга такая. Вот увидала, раскладываем здесь портянка. Но теперь ее надо заворачивать. Давай, заворачивай один. Последний укол, Паля. Держи. Потерпи уж. Последний раз, последняя процедура. Ноги только потихоньку не придави так. Аккуратней, Паля, аккуратней. Вот она. Заворачивай. Вот так Володя ее заворачивает всю. Ну, это мы двое, был бы кто-то третий, держал тут и снимать. Ну, неудобно так, я рядом был. Он теперь ее, чтобы ноги у нее запеленать. Так. Теперь вот я буду держать. Как держать надо? Теперь он, Володя, закутывает ее. Ноги там придави. А потом одно место выстригли шерсть. Освещает. Так, теперь я ее держу за шиворот, вот так вот, за шкурку, за шкирку, как говорится, и придавляю здесь все. Поднимай. Вы на нее удержите одной рукой-то? Ну, удержу. Удержу. Последний раз, Паля, ты уж потерпи. Давай. Ищи, тут где у нее шерсть выстриженная. Так, тихо. Паля. Она уже знает, что тут колоть будут. Ты только быстро успей выдавить туда жидкость эту, лекарство-то. Смотри, кость не задеть, кость это осторожная. И не выдергивай шприц. Володя уже заранее заготовил. А что там это, лекарство какое-то? Да, лекарство. Там расширяющие сосуды. У нее, видимо, гематома там была большая на мозгах. Вот теперь Володя готовит. Теперь, как только поставишь, я сразу отпущу ее. Успей выдавить. Он сейчас обрабатывает местность. Так, все. Тихо. Она уже напряглась. Держи там за ноги ее крепше. Ты держи. Я держу за шкирку ее. Держи, пока не все не угонишь туда. Назад не выдергивай иглу. Все.
Все, ну иди, иди, иди. Теперь иди скорее, приговори ее. Вон она побежала куда, спряталась. Теперь надо ее вытащить сюда. Вот она идет где. Вот она. Не знаю, что такое сделали ей. Скорее рыбу давай. Она любит рыбу. Зови. Вот, это как ребенка маленькая, конфетки рыбы свежей дает ей. Иди, иди. Все, Паля, кончились процедуры. Последний день. Ну иди, иди скорее. Паленька, иди, иди. Ну. Поля, давай ее. Поля, уговори туда. Иди. Поговори. Сильно больно Поля, ей. Поля. Вот она. Тебе, давай рыбу ей. Ну, больно, ножки, больно тебе, да. Поля, возьми ее, подтащи Поля, туда. Там Поля, помассажируй, чтобы Поля, легче. Поля. Ну, давай, пушистенькая. Да какая Поля, большая. Поля. Это сантиметров она. С хвостом больше полметра будет. Даже и есть не хочет. О, так, у ней там это, вот вверху на бумажке лежит у меня мясо деликатесное. Дай ей. Оторви от бумаги. Может хоть как-то отвлечь ее. Вот оно что. Вот она. Ну и все, считай. Все, да? Вымой руки, я тебе дам здесь. Маленько до снятия буду тереть. Все. Это я для нее берегу. С морозу занес, растаял. И вот она как. Ты не оторвал от бумаги. Это она за бумагой тащит. Оторвал, чего? Нет? Оторвал. Ну все, то руки помой. Слава тебе, Господи. Сегодня у нас 5-е. Она заболела, вот и сколько, всю процедуру назначили, 10 уколов было назначено. А другие там уколы, 5 дней, то раньше кончилось. Так, мне надо убрать. Давай. Хорошая Паля, да какая она красавица выросла. Мышек ловить будет в деревне. У нас и кошки-то не для игры. У меня пшеницы много, там семечки для голубей-то. И там всегда мыши, но крыс нету. Крысы как-то большие, их легче капканами переловишь. Вот она как. А рыбу не стало есть, а это свежее мясо. Ой, как она старается. Хищник. Да. Ну вот каждое утро начинаем с чего? С святой воды. Вот вчера просфоры дали. Я их мелко изрезал и посушил. Вот они какие. Видно? Вот каждое утро начинаем, что просворки. И мы дорогой ездили точно так же. Всегда святая вода, священная крещенская вода. Наливаем ее. Все. Вот Володя подготовил сегодня. Опять. Так. Где у меня тут? Непонятно. Перышку-то я не вижу что-то. Да я ее завалил. А вот она где. О, под хлебом это нам пекут хлеб. Вчера отвезли мешок муки туда пополам. Хозяйка себе и нам. И вот такие морковки. Вот морковки, видите. Две морковки положить, это шире ладони насколько. Там и двое. Каждое утро свежая морковка. Вот так вот прямо. Ну, самый мелкий. Потом вот так вот. Раз очищается, вот так вперед. Мелкая картошка, вот она, руку положить, видно по отношению руки, сколько картошки. Сварили ее, подсушили, все, капустка. Здесь что-то дали, не знаю, какой состав. Вот показывает, покажите, как обед. Да, в общем-то, разницы у нас никакой нет. Обед точно так же будет готовить. Два небольших термоса. Ну, что термоса? 40 сантиметров, 35 сантиметров. А только на 25 наливается. Небольшая. Все тут пошире ладони, вот можно определить, где как интересуется. Все дешево. Дешево своими. Ну, свой чеснок, правда, мелконький. Луковки. Вот все сейчас приготовим. Все готово. Пост начался 3-я неделя поста великого. Ну, пост это как диета. Просто меню другое. Но ты можешь в это время назначать себе не пить и не есть. День, два, три, хоть неделю. Ну, посоветуй со священником, как у тебя организм будет. Так, пожалуйста. Ну, все на этом. Утре, наше утро. Сейчас сколько время-то?
Сколько за это время? Не знаю. В 4:40 встали. Начало 8 на видеокамере показывает. Да? Сейчас. Угу. Вот. Ну да, так и есть. 4:40. Ну я встал в 2 часа. 9 минут 8. В 2 часа встаю и начинаю работать. Почта приходит, кому-то книги надо выслать. Ну и дальше печку начинаю расчищать, затоплять потихоньку. Шторку опускаю. Там разделяет кухню с этим. Шторка. Вот даже некоторые говорят, вот показать как. Вот я его дернул, все закрылось, и голуби сюда не попадут, все закрыто. Опять подошел, вместе собрал, вот, кверху убрал, все. То все так приспособлено, а люди, которые не знают, не видят, там городской сидит, он ничего кроме стола. У вас беспорядок, два беспорядок, картошка крупная, мелкая, морковка, чеснок, лук, горох в мешках. Все рядом закрыто, нам не мешает. Для прохода у нас тут сколько? Я могу сказать, 1, 2, 3, 4. 80 сантиметров, все, печка. Там точно так, здесь ни грамма ничего нет. Тут приходит, холодно, пожалуйста, валенки, которые для комнаты. Сразу дал, человек надел валенки. Ну, то есть все приспособлено для жизни, не для глаза. Это и обувь здесь, и зимние, и летние, и еще и тапочки. Но прикинь как, но вот это вот я могу очистить. Мы можем, ну, в течение, допустим, 30-20 минут. И здесь еще у нас, здесь на второе, на двух человек каждый. Уже 6 человек можно принять, отдыхать. Ну, конечно, тут только мужчины. Женщина Надежда Васильевна. И здесь точно так же. Своими руками все сделано. 3. Моя кровать здесь. Здесь Никита спит, а дальше Володя. Вот, и здесь тоже широкий. Широкий, это при случае, когда великая-великая нужда. И на пол тут вот. А тут вот оно все, кого тут? Расстояние-то между 2, 3, даже 80 сантиметров почти нет. Вот такой же и проход дальше. Зайти некуда. Принять людей, беседы. Здесь сколько литературы всякой. Ну, посмотри, как она вверху-то, литература. Это какая? Ну, примерно, я даже не могу сказать, сколько. Ну, может быть, 20-я часть моей литературы. Там настольные книги священнослужителя. Вот, это Антония Храповицкого, «Слова и речи», тут, кажется, Таушева, Аверкия. А вот это вот свидетельство, вот 3, это Владимира Русака. Очень сильные материалы. И посередке это здесь «Пир сатаны», о всех репрессиях. Он за рубежом был, там написал это все. Документы. Обвинения. Ну вот сколько всего здесь. От, когда там сгорело, там было выше, на метр примерно. И все, вся стена, это вся библиотека. Ну, 3 библиотеки создал, раздал сразу. Интересно, все сгорело, а книги остались. Отдельно, ну, стояли пакеты такие для слепых. Я уносил Евангелие. Для слепых. Так еще и здесь у нас книги есть. Немного. Документы, диски, катушки. Вот это мои книги. Мои. А там запасные Евангелие красное. Покажи как. И куда бы ни глянул, везде книги, 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 книги. И все. Ну а тут что? Вот, вот такой ящик где-то нашелся. И маленько он не входил. Это клавиатура-то здесь. Ну и вот подпилили ее, она заходит. Легко я ее закрываю. И на нее кладу книги, а сверху на 3 книг уже кладу видео. Я сам снимаю, когда кто-то звонит. Контрольное. Так, автозапись еще идет. А чтобы хорошо было видно, вот лампа. Лампа-то лампа, так она работает ли? Да, работает. Вот подошел только вот так вот, раз. Все загорелось, уже видно. Там иконостас. Но голуби летают и стали туда залетать. Ну, взял, повесил. Вот он иконостас какой. Видишь как? А здесь документы везде. Документы. Это община. Про деревни. Везде ходатайство, письма, переплет. Это все здесь находится. Запасные, запасной этот принтер. Это старый, струйный еще. Ну и здесь у меня закрыт очень хорошо. Современный. Самый современный. Вот он какой. Телефон. Стационар такой. Здесь разные писать, дневники, наушники. Нет, нет, ой, у вас засорено, грязно. У нас не засорено и не грязно. Все время подметается и чисто.
мы не болеем. Самое лучшее доказательство, что мы не болеем. Нет этого. А когда человек гигиенец, вот кошка, собака моют там шампунь или где-то, они больные. Это у них защитный слой. Сегодня все об этом пишут. И определяют почем. Глазами определяют за другим. Ты за себя определи, сколько ты в больнице не был. На мне худо-бедно, вот ну, в июне будет, 10 июня, уже 79. Я еще ни одной таблетки не съел. Что доказывать-то? Привыкли эти слова там, антисанитария, там то. Где анти? Никто не знал этих слов. Все жили в природе. Идут по пустыне 40 лет. Какая санитария? Пока не вымерли. А потом пошли на фронт, ни одного убитого, ни одного раненого. Господь защищает. И так и здесь. Спишь, что? Сверху покрывало. Под ним такое одеяло, вот называется, байковое. Здесь стяжёное синтепоновое, в зависимости от погоды. Вот в этом маленьком пространстве столько всего. Поэтому, ну, которые, почему не отвечаете? Так он ругается, что ему отвечать-то? В нашем, на наших ресурсах сказано настолько, что ни слова нельзя добавить. Настолько. А тут Володина, вот покажи свою библиотеку. У тебя что тут? Тоже маленькая библиотека. У Никиты свое. Тут для печатания. Ну, все, ну на складах там остальное уходит. Тут даже вот этот принтер стоит, вот посмотри. Здесь псалтырь. Большая Библия одна. Большая Библия вторая, это разные издания, там зарубежные, Новые Заветы. Дальше еще одна Библия лежит. А здесь, ну, разные книги на них стоит где. То есть даже вот грамма нету, куда бы можно было сунуть, сказать, ну, места есть, нету. Еще письма, письма, большая переписка. И здесь вот, он никакую роль уже не играет, но стоит, в случае чего можно подключить. Все, отошел. Включай, поставь.